Очередной фильм из серии «Ножевая барахолка». Сегодня я представляю вам на продажу два ножа. Один и второй. Итак, давайте коротко по первому ножу. Нож компании китайской Real Steel. Называется «Мегалодон». Хотя у меня здесь на ярлычке написано «Мегалондон». То есть ошибка в написании, но тем не менее лежит у меня без дела. Был некоторый, он у меня был на тестах, был висел на кармане, но в последнее время лежит мертвым грузом без дела. То есть вот бумажечка на него. На него бумажечка, родная коробочка, вся не покоцанная, нигде ничего, завернутый в тряпочку. На тряпочке тоже логотип Real Steel. Вот такая вот какая-то вставка, там полиуретановая, не знаю, пенопласт, ой, поролончик, нож практически в идеальном состоянии. Вот он. То есть никаких косяков нет. Я его не смазывал после теста. Он у меня там лежит. Там чуть-чуть, по-моему, капнул. Но особо я его не тягал, не носил, ничего. То есть клин по центру. Замок работает без нареканий. Вот так он фиксируется, и уже лайнер-лок не отгибается. Вот как он стоит, замочек. То есть все, все отлично, все хорошо. Заточка здесь никаких нареканий не вызывает. Ну, нужно, конечно, подправить, потому что после тестов он у меня был некоторое время на кармане, но тем не менее Sandvik 14 S28N показывает себя очень хорошо. Вот клеймо на клинке, Мегалодон. Вес ножа 129 грамм. То есть, в принципе, он не тяжелый. Клипса почти глубокой посадки. Его в кармане не видно. Нож я не разбирал. Никаких манипуляций с ним не было. Ничего. То есть, вот он, как он был с коробочки, я его тестировал. У меня был на кармане. И все. И больше никаких манипуляций я с ним не делал. Что мне нравится в этом ноже, здесь длина клинка 10 сантиметров, что вполне очень удобно им работать, довольно-таки серьезный размер. Общая длина 22 сантиметра почти, ну то есть нож достаточно удобен в работе. Ну, это честно китаец, который следит за качеством изготовления своих ножей. То есть нож своих, как говорится, денег стоит. Если не ошибаюсь, на него сейчас цена около где-то в районе 3600 чем-то, 3700. Нож я отдаю за 3000, так как он уже был бэушный. Можно так сказать, и в тестах, и в работе. Поэтому Мегалодон 3000 рублей. Нож не разбирался, не правился. То есть вот он как есть после этих тестирования, после работы, так он и есть.
все, коробочка родная, никаких потертостей, никаких заминов, сколов, сломов и ничего нет. Это для кого это важно. Забыл бумажку положить. И второй нож, это вот такой вот малыш. Когда-то, предыстория скажу этого ножа, когда-то давным-давно, в 2015 году, я заказывал партию бланков с термичкой на заводе БАК, там где термичил Пол Босс. Вот его клеймо, вы можете посмотреть, пламя, надпись Босс, чтобы не быть голословным, подтверждаю. Вот у меня есть такой документ, вы можете прочитать фамилия. И вот, что я делал. То есть, С-32, там термичка, доставка и все остальное. А вот теперь Босс Heat Treatment. Вот такая вот, это я делал в 2015 году, у меня было там 5 или 6 бланков всего, все бланки разошлись, один нож остался у меня, остальные все были сразу куплены. Вот этот ножичек, он вот такой формы, потому что клин был маленький, сам, вот он остался, северная артель сделала слесарку на него, слесарка здесь практически идеально симметричная, нож не заточен, сразу говорю. Сборку делал Роман Гусев, вот это его полностью сборка, но материал на рукояти мой, это аризонское железное дерево. Здесь аризонка, термичка здесь именно та, которая баковская, клеймо стоит Пол Босса. Длина клинка здесь 9,5 сантиметров, да, форма клинка, конечно, такая интересная, но... Я так думаю, что если его заточить, будет такой прикольный кому-то подарок. То есть есть за что, как говорится, отдать деньги. Ну, здесь вот такой больстерочек или гардочка такая, вся с вензелями, с украшением там. Ну, это Рома так увидел этот нож, вот он его так и собрал. То есть он у меня его лежит, нетронутый, нет ни ржавчины, ни царапин, нигде ничего. Я даже к нему не прикасался, то есть я его даже не точил. Слесарка здесь идеальная, северная артель. Длина клинка общая. Общая длина клинка 190 мм. Вес ножа. Сейчас скажу. Очень такой крепыш. Классный. То есть к нему хорошее сделать ножны. И будет такой интересный нож. Нож весит всего 106 грамм. В принципе, вес совершенно небольшой. Цена на этот нож 5000 рублей. То есть, если вы покупаете сразу вот эти два сета, вот эти два ножа Real Steel и вот этот S32 Пол Босс, даже не знаю, как его назвать, отдам за 7,5. По отдельности это 3, это 5000 рублей. То есть, если даже не продастся, оставлю себе, заточу, пускай будет. Лежит, есть не просит. То есть подтверждающий документ о том, что здесь термичка сделана на компании БАК Босс. Вот я его адрес еще раз показываю о том, что я отправлял. Только сейчас скажу. Да, 5 бланков или сколько, ну в общем, да, 5 или 6, в общем, СПМ С-32. То есть я специально выбирал эту сталь, так как они с ней хорошо работают, и поэтому они мне ее сделали. Ну что ж, вот такая вот ножевая барахолка. Желающие какой-нибудь приобрести из этих товаров, пишем, отмечаемся, пишем в WhatsApp, на почту,
либо можно отметиться ВКонтакте в группе. Ссылка будет внизу под видео. Пока на этом сегодня все. Следите, как говорится, дальше за эфиром. Еще будет много интересных, как я думаю, ножей и всяких железяк. Всего доброго. Пока-пока.